Предлагаю вашему вниманию новый сервер Adventure Time Rust.ru. На этом сервере вы найдете отзывчивую администрацию, быструю помощь через группу ВКонтакте, команды Help, Kit, Who и многие другие, розыгрыши, онлайн-карту, экономику, магазин со стартовым капиталом и многое-многое другое. Подключайтесь. Видео снято на сервере Adventure Time Rust.ru. Здесь можно допрыгнуть по-любому. Со скалы, я думаю. С разбега сейчас. Ой, не прыгает инвалид. Оп, почти. С баррикады прыгать. Я, пожалуй, попробую. Ой-ой-ой-ой. Бля, да я не прыгаю почему-то. Сейчас надо с разбега на баррикаду. Нормально? Вообще хорошо. Неплохо так освежился. Чуть осталось. Ага, ящик. О, дверки, ключ. Ну, всего лишь 58 тысяч дерева. Всего-навсего. Клопсы, кирка, камни, железо. Так, короче, Бонни, оставляю тебе, смотри. У него тут дохуя ресурс. Так, иду вниз. О, перчатки, я хоть одену. Иду вниз. У него горит костер. Во, я буду акваланг. Какой залезу? Блядь. А где? У него, походу, это замороженный шкаф. Во! Ну да. Ничего себе, у него тут. А вот наверх лестница. Вверх придется колупать дверной проем. Угу. Ты знаешь, как это тоже не проблема, кажется. 7 патронов на калаш. А что у него за потолок? В коробку, которая идет. Каменный? В смысле? А, вот. Это вот у него столб идет, чисто столб. Так, ну что, колупаем вверх. Ой. Ёб твою мать. Ну. И верстак. Repair bench. Круто. Верстак. Верстак. А тут что? Не знаю, сейчас снизу посмотрю. А тут... Центровуху надо выбивать, пацаны. Бежит кто-то. Тихо. Да не, тебе показалось. Долбим. Угу. Бежит. А, в натуре. Попал в него. И он меня. Да как он, блядь, попадает-то, сука? Он не один. Угу. Попал. У меня стрелы кончились, да ладно. Лежит, умер. Остался его друг. И он где-то за домом, кажется. Он здесь, проползает, вон он. Как он меня? Ах ты, сука, копьем, мразь. На тебе, тварь. Ой, нихера я ему вклепал, слышь. Убегает. Готов? Нихера не готов, убегает. Что патронов-то нету, хер... О, его волк еще кусает, нихера ему не подфартило. За домик убежал. За ним волк, вон он. Отлично. Ну, справа. Все, готов. Все. Волк, минус. Тоже готов. Так, поднимите меня сейчас, я умру. Ну, я умру же. Ну давай, я хочу умереть. Ай, твою мать, кровотек остановился. Так, что у него? Мясо, стрелы, одежда, топор. О, кловсы есть, вот залекаюсь. В смысле? У меня кловсы дохуя. Так. Копья. Он пригодятся как раз. Пайки там, что, я, короче, пошел дальше. Я кухон заберу туда. А у этого чего? Нихера у них копья, слышь, они как будто на рейд сюда шли. Наверное. О, теперь я тоже в желтых штанах. Латекс. Все, я у костра. Слушай, от двух костров нихера реген идет. Ага. Опять бегут. Да ладно, заколебали. Филипает. Снизу вон отлетит. В смысле, что с ним? Он умер.
готов, готов. Еще один день. Ну, карамба, не высовывайся, подожди. Ладно, да я пошел дальше полупать. А кто по снегу бегает? Не знаю. Это они, наверное, голые прибежали. Да, типа, они были. Нет, наш лу... Так он и умер, я тебе говорю, он слег от холода. Нет, это вот кусков снега. Шкаф. Да. Но не основной. Значит, еще на нижнем этаже такая же тема. Сука, это не главный, бля. Все, и что? О, здесь? Печки, спальник, а тела нет. Нормально, жаль, сульфуры, Ну, походу, на первом этаже тогда. Да, сульфура, железо до хера, толку ни хера. Но, по крайней мере, да, его кабинку мы нашли. Остается узнать, что у него на складе. Это последнее. И? Опять печки. А, вот он, мудак. О, болтовка. О, калаш и гранатомет. Калаш, гранатомет. Гранатомет пустой. Но я заберу все равно. Ну, ракеты-то вдруг будут. Ключ. Стрелы. Намордник у него этот. Угу. От чего у него ключи-то все? Не от сарая Откуда? Его. Может, собирал кого-то. Может, где-то на этом, на ящике стоит. О, ящик тоже желтый, штаны одену. Латекс. Команда в латексе, блядь. Так подожди, а как он с болтовкой, а патронов нет? В смысле, у меня есть? Ну, то, что заряжено? Нет, еще 7 патронов. А, карамбул. Ему не больно. Бля, ой, да, ноги отстрелил. Твою мать, как я обосрался, блядь. Я пошел сейчас подмоюсь. Все, давай его сарай вколупаем. Там заберем, наверное, 1000 патронов и пойдем отсюда. Миллионы, миллиарды патронов. Странно, что он не вколупанный стоит. Вот это странно. В смысле, ты его не убил? А намордник нет. Что не одел? А у меня это акваланг. А, сейчас, наверное, где-то. Волк сзади. Идет, крадет. Хантер, хантер. Да он далеко. Он к вам уже. Блять. Он далеко. Он далеко, ну. Ну и в шкаф. Шкаф. В смысле? Ага. Ну, короче, там еще один шкаф. Да все, пойдем дальше. Да, ай. В смысле, это у него голова отлетела? Или ты куда-то попал? Давай, давай, гони его на меня, блин. Ай. Кажется, ему совсем страшно. Сейчас он что-нибудь нахуй, может... Слука его, блядь. Подожди, надо это... Где у него вход, там вся херня? С той стороны. Вот, дверь деревянная. Он в окно сделал. Строит что-то все. Потолок сейчас попробую пробить ему. Да что я в косяк все это попадаю? А, не простреливаются. Да не простреливается, что ж ты будешь делать? Что за долбанные окна? Все, ломаю дверь. Выпал, сел. Хуй тебе. Так. Блядь. На-на. Да, у него тут подъемка. Но деревянная. Вот, смотри, вот здесь вот, наверное, можно запрыгнуть к нему. Так. Лестница есть. Так, блин, как запрыгнуть? Можно же запрыгнуть, я верю в это. По крайней мере, мы не дадим ему заремонтировать здесь. Давай, давай. Ну, как же так? Нет. Ломаем ему пилары, выносим ему все стены. Да подожди, здесь же нормально было. Вон он. Нормально продамажил его. Ну и лестница деревянная. Заделывает.
дереве не доходит. Я как видеть. А, и не получается у него, кажется, его бомбит. А я посмотрю. Угу. О, нет! Все, я промазал. Ты че, к нему не попасть, да? Никак так адекватно. Угу. Сверху я. Примите, не вижу. Пожалуйста. Ты кому? Тебе. Нет, я вижу один вариант. Полностью вынести ему стены внизу. Да, вариант. Пока деревянные. Я предлагаю кинуть гранату. К стенкам. И чё? Ну, чтоб больше дамага нанести, чтоб меньше нам колупать. Угу. Тоже вариант. Так, чё за план? Я прослушал, по телефону разговаривал. План? Я кидаю тебе в карман гранату, и ты бежишь, прыгаешь наверх. Нет, я не хочу быть самураем. Или как его там, блядь? Самураем? Нихера себе, ты замутил, слышишь? Самураем, блядь. Я кинул гранату, если кому интересно, можете в дом зайти. Ой, там пилары вылетели. Гермигад, блядь. Так, 210, 210, 239. Ломаем. Так, минус стена. Зачем она нужна? Кстати, да мы тоже пытались. Нихера не получается. Нормально. Да. Так. Потолок. Потолок сейчас выйдет. На тебе, карамба. Хочешь еще? За что? Хедшот, плечо, блядь. Бегает, бегает. Вот, шкафчик. Да ладно, шкаф. Вон он, я его видел. Он лучник. Ага. Сейчас ко мне не суйтесь, с калаша сейчас долбану. На, на. Ебать, как, ему плохо. Как ты туда... Он спрыгнул. Спрыгнул? Да, он на первом этаже. Минус. А-а-а, хедшот. Нихера у него ресов, слышь. Нормально? Нормально. Не обижает. У него ягоды 9 штук откуда-то. Короче, там его долутаем. Мне интересно, что там. В смысле, он с собой все таскал? Ну вообще, да? Ящика даже нету, не понимаю. Ну ясно, ну ладно. Просто шаль беда. Нет! А, о, нет. Нормально. Я меня прилетел, вот копья, блядь. Короче, я машу, типа я помогаю, окей? Слышь, ты копье в руки возьми, блядь. Сука, вообще халявщик. Стоит топором по воздуху, машет. Я, говорит, помогаю. Оп. Нет. Смотри, подсъехал, но не упал. Так, все запрыгнули. Тело. Калаш. Калаш. Там аптечка. Ой, Коля. Боль. Да ладно, Томпсонов. Нихера. У него рецепт Томпсона, я изучил. Да ладно. Да, и патроны на Томпсон 7. Рецепт? Нет, 7 патронов на Томпсон. Так, нормально. Так и все, получается. Забирай, да. Забирай. Как на воду спрыгнули? А нахера все-то спрыгнули? Ёб вашу ёб, блядь. Все, свобода. На кольях, да? Не, смотри, это нормально. Прыгни, ой, прыгни. Ой, Паша, ты стрелял? Да, нахерачил. Где-то справа, что ли, пошли? Да, да. Добивай его, добивай. Нормально, давай еще. Мало ему. Говорит, хочу еще. Ой-ой-ой. Он мне вклепал, он мне вклепал. Так. Готов, 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 готов. Да он свалился, я в него разрядить успел. Чё ты назад-то побежал? Ну, им помог. Что у него? Так а с чего он меня вклепал-то, я что-то не понял. Он с лука. Нет, он в меня же чего-то выстрелил. С его кипистола, что ли? Нихера он перед. 30 хп снял. Подожди, пока я найду бинт, я думаю, я умру. Так что все нормально. Нет, вот, вот репай предлагаем. Какой у него? Бутерпайп. Да ладно, у него припас был. Вот этот пацан. Я его забрала. Хера тут, слышь, замки. Ой, ай, ой, ай, ой. С дома. К
Ой-ой-ой, уходим. Неплохо. Твою мать. Нет. Вот же мразь. Я немного не успел перебинтоваться. Что ты? Упал. Он там. Упала ты? Да. А где ты? А, вижу. Че, уже залутали, что ли, блядь? Не вижу. Поднял. Мешочек рядом с собой подними. Блин, ты это. Угу. Он или ты прыгнул, короче, его нету. Так, лекаемся. Так, бочечка, подари-ка мне ракету, чтобы с этим чуваком справиться. Ну я ему нихуя попал. Хазмат бутс. У меня очень много бинтов снять. Ой, нихера, у тебя слышь. Где? Нихера. Да ты прям завод. Давай, нихера, у тебя винтов. Слышь. Где он, адекват? Я с ним бодаюсь. Не вижу, где. Блядь, меня сейчас... А, вижу. Так, бегу. Так. Все, забаррикадуйся, что прячешься, он не пробьет. Нихера ты бинтов набрала. Нет, я с луком. Бежит, понял. Чувак, смотри, вот прямо, давай, чисто, прямо. Блять. Видишь? Прыгни. Нет, я могу встать, да. Мне поднять надо. Иду. У него тоже дробаш. Дробаш? Назад отходи просто, и солнце моего вали. Чё самолет летит? Ты за деревом, да? Ой. Чё там? Тоже у него? Револьвер. Револьвер? А, ой, бля. Бежит на тебя, сейчас я подбегаю. Ой, сзади ещё один. Вижу. Ну, уронил. Убил. Я смотрю, я думал, сначала это ты. На, ему уронил. Ты там всё, стой, готов. Ладно. Сука. Перезарядился. Отлично. Адекват при мне. Я не вижу. Где ты? Сейчас я только встала, вот я. Я у аэра. Какое у тебя оружие? Чё есть? У меня дробаш. Дай мне ваш. Дай его лучше. Так, у этого хуй ничего нет. Ты где, кстати? Я тебя потерял. Пошли обратно. Адекват. Куда обратно? Я же сказала, туда пошли. А, пошли. Куда туда-то? Наверх, поднимайся. Тебя еще не свели? Нет, я с ним воюю. Я ему так склепал. О, хэт ему поставил, нихера. Там просто их двое было. Да это второй, это не его друг. Но он тут я ему дал понять, что у меня калашников есть. Этот чувак, короче, обосрался по полной. Я ему, видать, в хэт вклепал, он, возможно, где-то здесь, короче, и лежит. Нет. Но один был в доме, он, кажется, вышел из спины. Да вот он и вышел, да. Вон, вижу, бежит. Из дома. Из дома бежит? Да, вижу. За скалой. Ага, вижу. За кустами. Диана, иди себя лутай. Иду. С чем он? С чем-то? У него калаш. У него калаш. Где мой труп? Чуть не вижу. Вот, иди сюда, к скале. Вот. Он за скалой. На скале, пацаны. Да. Угу. Обхожу его сзади. Бегай. Тогда. Нет, блядь, карамба. Меня попал. Нет, бля, бабы, меня срочно. Ой, что там, проблемы? А все, меня добило, мне сейчас цепахнуть. Так а нахера так на слив было идти? О, блин, бежит. Ой, да я вижу, он по мне стреляет. Я к нему кидаю как-то. О! Попал в него, нормально. Нет! На тебя, сука. Блять. Нет, спасите, да. Убей его. Поднимите меня. Я в него нормально вклепал со стрелы. Он сейчас лекаться будет, наверное. Поднимаю. Отлично. Где мой пипас? Не знаю. А где он есть? Вон он сзади. Внизу он, да. Ой, попал. Лежит. Отлично. Лежит. Красавчик вообще. Да, я его добью сейчас. Давай, изнасилуй его труп. В рожу ему, на. А вон мой пипас. Вот он, мой калаш. Подбирай, Патроны. Патроны есть у него? Не знаю. У него есть здесь патроны, да, надо, держи, я скину. Да не держи, я скинул, а ты без оружия же у нас. Нет, у меня есть. Да, есть? Карамба, что ты там, облутался, не?
Так, да, возьми калаш, не вижу. Дробаш. Давай. Как ты трупак свой не видишь? Он лежит. Нет, дробаш не вижу. А, дробаш не видишь? Он, может, его подобрал? Карамба, у меня есть пипас. Да мне дробаш вернуть мой. Две стрелы, я он в минусе ехал. Так я говорю, он меня не стал добивать, потому что я в него нормально вклепал стрелой и пошел вниз лекаться. Из дробаша я ему еще навесил перед смертью. Да ты там стоишь? Да мы, да, мы. Я никогда я, не делал эти команды. Да вот я стою, лутаю за столы. Да вот, за столой он, да. У меня только один заряженный, остальные разряжены. Ну вот один заряженный, который на 20 патронов оставь, остальные вот выкидывай. Вот и я думаю, что выкинуть. А то подаришь кому-то еще. Че, этот хер не вылазит больше такой? Да нет, конечно, нас же много. Кого ты там? Да вот. Херас. Мы ни разу не спалились, кстати. Да вообще ни разу, ты о чем? Ой, блядь. Сам испугался. Я достал. Там ходит кто-то. Вот это мне нравится, когда затишье, потом... Чё такое? Попалось? Нормально? Мозги не вытекли? Вышел. Да. Пикает. Какая из дверей? Так у него все двери заперты. Правильно. Подпорка. А вот с этой стороны дверь. Там дальше еще одна. Болтовка? Ой, наверху. Отлично. Готов? Я его не вижу, надо ломать. Тоже не вижу. Ломайте, сейчас заремуем, блядь, все. Давайте, я полю, если что. Давай. Вижу. Нормально напхали ему. Неплохо. Ой, как ему плохо стало. Готов, что ли? Да, лег. Отлично. Пускай полежит, а жизнь подумает. Ну и чё? Готов, ё-моё. Улетел опять, отдыхать. Оп. Есть контакт. Да ладно, у него тут нычка что ли? 4000 железа, я сейчас сделаю. Нет. Нам Томпсонов опять. Просто 200 000 камня. Дай, не второй. Не о, так у него здесь оружие или что это? А базука принтонет. Чья? Патроны на калаш. У кого болт из наших? Я, у меня. Броники. Так, я одел, у меня колд 3, нормально, надо дальше колупать. Нихера это, мы его заначку вколупали. Чё, я делаю Томпсоны? Не, ещё да, раз, я... раз, два, там 48 экспозиций. А толку-то? Мы нихера не можем делать. Ну патроны дайте на болтовку, блядь. Вон, там в ящике. Сейчас, я забрал этот, как его. Броник забрал. Подождите, мы с ящиков сможем попасть наверх? Да, с этих можем. Всё, колупаем тогда потолок. Забираем. У него ж там знаю, выход. Давай. Да ладно! Как так? Я же... Больше никогда тебе не дам. Мне там взорвалось. Я его убил, блядь. У адеквата сейчас второй фэп. Точно, блядь. Нет, блядь, да ладно. А вот, если вдолбать... Нет, кого вдолбать-то? Вот эту стенку надо вдалбливать, я думаю. Мы попадем куда-нибудь в район лестницы, блядь. Меня не бомбит, так что все в порядке. Мне нравится колупать потолки, фундаменты, стены, пилары, все что угодно. Я ради того, чтобы подержать копье в руках, я готов на все. Ой, извини. Кажется, мне сейчас дали пощечину такую нехеровую. Вот, перекал двери. Есть, выходят сверху. Готов? Я ему в кайф зарядил. Я ему тоже. Нет, он сразу, а. Еще раз, вылазит. Ну уже не дадите ему меня обидеть? Конечно. Да, он меня обидел. Опа, вот дробаша. Ох, нихуя, блядь, как так? Дробаша стреляет, да? Ага. Че, попить?
делать по полому. Мне все надо, блядь. Дианг, в него попали. Это не я в Дианга попал. Бля, патроны кончились. Сука, он делает тамбур. Чтобы это прятаться за него. Ладно. Он там свою дырку, бля, лестницу закрывает. Давайте, давайте, помогайте, иди сломать. Сейчас я отбились, мне вообще пиздец. Идет, идет. Ой! Ну ты же мудак. Так, хилис. 54 блидинга, нихера. Угу. Да, арму делает. Прикрывайте меня, я должен. Ты полностью арму сделал, блядь. Да и пускай, надо стенку тогда раздолбать, посмотреть, что за ней. Но если он меня сейчас это долбанет, будет плохо дело. Готовьтесь сразу назад отходить, потому что он может долбать. Что тут? Шкаф. Ай, билдинг из блок. Он здесь армирует, короче, блядь, ящики стоят, как шкаф. Армирует все? Да, и там их двое, один. Да я бегу, да, да, да. Где железная стенка была, он заармировал ее. Да все, вообще не варик его больше колупать, потому что что мы будем камень там, железо колупать, армор, у нас же копья только, пойдем. Забрали у него здесь металла херову тучу, и все, и хватит. Гранатомет отстреляли, и все.